Доброго времени суток. Завершение аффинажа деталей из посылки Игоря. Вот остались такие детальки. Это микросхемы, это кнопочки, там контакты. Вот с какого-то разъема, штырьки. Ну вот с этого нужно забрать золото. Сколько его там? Посмотрим. Сейчас я подготовлю эти микросхемы, контакты, вернее, кнопочки тоже. И продолжим. Разобрал я кнопочки ПКН-150. Здесь их всего было 19 штук. Кроме кнопочек было там транзисторы штук 4, наверное, КТ-310. И с позолоченными ногами. Ну и плюс вот эти контакты, эти штырьки. И поснимал вот с этих микросхем радиаторы, срезал ножки. Ну, пока займусь вот этими кнопочками. Вот у меня колбочка. Сначала засыпаю вот эти вот. Этот текстолит с контактами засыпаю вот в эту колбочку. И вот у меня здесь серная кислота. 40 миллилитров и заливаю сюда серную кислоту. Это даже много получилось, наверное. Залил серную кислоту, да, многовато я влил серной кислоты, но ничего. И здесь у меня 4 миллилитра уже готовой царской водки. Ну, сейчас миллилитров, 2 миллилитра сейчас валю сюда сразу. Даже меньше, чуть меньше. Вот царскую водку сюда влил. В этот меланж. И будем смывать оттуда позолотку. Вот с этих контактов уже раствор желтеет. Посмотрим, сколько понадобится времени. На плитку, конечно, ставить нельзя. Как только здесь смоется позолотка с этих дорожек, с контактов, я этот растворчик перелью в другую колбочку и засыплю сюда вот этот материал уже. Вот эти вот кругляшки. Час времени прошло, меланж поставил вот на плитку, она холодная. Это я поставил ближе к вытяжке, потому что вонь ужасная и опасная. Ну и вот сделал обжиг этим микросхемам. Без понятия, где там золото, где там позолотка, я так и не увидел. Но это все я как есть промывать не буду. Засыплю вот в эту колбу, залью, наверное, электролитом и азоткой, потому как обнаружил, здесь немножко есть и магнитные части, ножки там или что там, что-то магнитное есть. Ну а здесь еще полчаса, и позолотка там смоется, там ей уже осталось мало. Ну, сейчас посмотрим. Да, ее там уже нету. Она уже смылась. Можно сливать в другую колбочку этот раствор и засыпать вот этот материал. Нет, все же еще немножко есть там. Осталась позолотка. Пусть еще полчаса подстоит. Вот так вот фонариком присветил. И вижу, что там осталось немножко позолота еще. Ставлю снова ближе к вытяжке. И пускай дорастворяется. Засыпал колбу микросхемы обожженные. Залил электролитом и азоткой.
реакция уже пошла, ставлю на плитку, уже на горячую, на другую плитку. И пускай травится, что там вытравится, посмотрим. Возможно, там и серебро обнаружим. По справочнику, конечно, там есть оно. Полтора часа времени прошло. Здесь позолотка полностью смыта. Вот видим, там только медь виднеется на этих дорожках, на этих контактах только медь осталась. Ну, сюда уже кругляшки засыпал, и вот идет реакция. Смывается позолотка уже с этих кругляшек. Так, и, наверное, я сюда же сейчас пересыплю и вот эти контакты. Пускай тоже золото там смывается с них. Все пересыпал. Сразу пошла реакция. Потихоньку золото смоется. Протравил я микросхемы. Хотел сделать вот фильтрацию, забрать, так сказать, серебро. Но никакой фильтрации не происходит. Так, немножко профильтровал, вот проверил. Вот такая белая муть там. Значит, это не серебро. Серебро, возможно, там немножко есть. Это в основном припой. Так что в этих микросхемах много припоя. И никакой фильтрации. Фильтрация невозможна. Вот, два канала работают, а фильтрация не идет. Так что там припой. Вот он, я немножко сюда сразу залил соляной кислоты, а потом сюда перелил, вот сколько я смог профильтровать. Ну, а эту уже керамику промытую залил вот царем. Как бы золото там немножко есть. Вот уже раствор желтый стал. Там немножко на дорожках какие-то дорожки внутри. Может быть, волоски. Ну, немножко золота есть, так что скоро буду фильтровать уже этот раствор и посмотрим, сколько там золота. А меланж работает уже полтора часа. Значит, на кругляшках уже золота нету, уже смылось золото. А вот на этих штриках, на контактах, вот видно, да, там еще золото остается, пока есть. Еще где-то полчаса нужно подождать. Возможно, даже немножко залью царя. Да, кстати, туда уже ушло 4 кубика. 4 миллилитра уже царя ушло туда, в этот меланж. Ну, а здесь вот у меня пальцы вот такие, у меня пила немножко забарахлила, я ремонтировал, вот такие вот руки черные. Вот здесь была позолотка, осталась только медь, вот где смывалось оно. Камера, я ближе сейчас, вот видно, что там уже позолотки нет, только медь осталась. И также вот на этих тоже контактах. Так что еще нужно подождать, а затем уже поработаем на осаждение золота из раствора. Слил я меланж в колбочку. Вот с материала, что осталось. Позолотки там уже нету. Вся она вот здесь. Промыл. Ну, это уже керамика, ну, то есть
микросхемы. Вот золотосодержащий раствор из микросхем. Но там я вижу мало, мало там золота будет. Да и здесь тоже. Ну, одним словом, сейчас подготовлю все это. Здесь нужно, чтобы еще отстоялся этот раствор, потому что он мутный. Что-то там еще должно выпасть. Ну, этот еще разведу водой. И будем восстанавливать золото. Вот такие белые кристаллы выпали в растворе микросхем. Ну и повторная фильтрация. Не знаю, это возможно из припоя, возможно с самой керамики. Что там выпало, непонятно. Это раствор меланжа. Уже развел водой. Меланж нужно разводить водой, чтобы понизить концентрацию серной кислоты. Серной кислоты ушло 40 мл и 5 кубиков царской водки. Сначала я влил 4, ну вернее 2 кубика, затем добавил еще 2, 4, потом уже по ходу добавлял еще кубик. И основа не подъелась при травлении, при смывке золота. Золото все растворилось, я уже показывал. Ну, а времени ушло где-то 3,5 часа. Полтора часа ушло на первую партию, потом на вторую партию ушло где-то 2 часа полностью. Да, наверное, 2 часа где-то ушло. Все это стояло в стороне, а я занимался вот этими микросхемами. Ну, сейчас повторная фильтрация. И после повторной фильтрации переливаю в эту колбочку и буду упаривать. Ну, а затем, возможно, уже маленькую перелью. И будем делать осаждение. Растворы готовы, горячие, и будем восстанавливать золото из них. Это из транзисторов, это меланж. Сначала погасим азотку сульфаминовой кислотой. Здесь ее нету, вижу, что нету, потому что долго упаривал. Ну и здесь проверим. Здесь ее тоже не должно быть, потому что царя было мало. Здесь только есть серная кислота, которая растворенная водой. Таким образом понизил концентрацию. Ну, железный купорос тоже горячий. И заливаем. Здесь раствор немножко темнеет. Вот потемнел. Ну и здесь пробуем. Тоже темнеет. Вот наше золото из меланжа. Ну и полностью вылью железный купорос. И взбалтываем. Сколько выпадет, сколько и будет. Посмотрим. Поставлю, конечно, еще на плитку. Пускай золото кучкуется. Золото выпало вот такой пылью. Это тот, что побывало в меланже. Это меланж. А это из микросхем. Кстати, их было всего 71 штука. Вот тоже на дне пыль. И вместе снова же такие, там есть и кристаллики. Не знаю, с чего, наверное, более всего, что что-то там в керамике такое вытравливается.
Ну что я делаю? Я эту жидкость откачаю, солью все осадки вместо, соберу и буду по новой растворять, затем по новой уже осаждать. Иначе их собрать, эти осадки, невозможно сейчас. Эту пыль. Вот такой слиточек получился уже с перерастворенных осадков. Вот такой он. Ну и взвесим его. И получилось 0,16. Сейчас еще раз обтарю. 0,16 грамма получилось. Ну и вместе с этими слитками получается 4,46. 4,46 грамма – это золото Игоря. Что могу сказать по поводу вот этих микросхем? Для меня, конечно, я бы с ними не возился. Если бы они у меня были, я бы забрал вот эту медь, это радиаторы с них. Сейчас взвесим, сколько же их из 70 штук. Оттарим. И здесь получается почти 170 грамм. 170 грамм меди получается из 70. А если 700 штук, ну, получится 10 раз больше. Сдать эту медь и, наверное, не заморачиваться, делать обжиг, затем промыть тоже нельзя, кто я знаю, где там то золото. Золота там совсем мало. Я думаю, там где-то было из 70 штук, где-то около 0,05 грамма. 0,05 грамма там было. Даже видно было, на колбочках видно было, какой был осадок, где больше, где меньше. Меланж дал больше, а вот эти микросхемы меньше. Ну, если получить из 700 штук полграмма золота, а кислот уйдет очень много, и времени тоже, то лучше сдать вот эту медь, и все на этом. Ну, это мое такое мнение, я так для себя сделал вывод, а вы делаете для себя. Ну, меланж мне понравился, все там смылось, вся позолотка. И вот такой результат из посылки Игоря. Ну, здесь чуть больше показало, 4,46 там показывало. На этом все. Всем добра и удачи. Всем пока.